Отлично. Средний рейтинг. Вот с этим играли недавно. Не помню, правда, выиграли или нет. Минер в бане. Осталось ждем. О! Судьба. Вы будете выбирать или нет? Ты что-то не так написал, наверное? Сейчас, секунду. Стрим на Дота 2 размещу. Чего кинешь в ЛС? Музу поставим. Ваша очередь. Так ты про него говорил, что ты ему ссылку отправишь? Отправил. А, я понял, понял. Ничего себе ты. Спасибо за попытку. Ну, в принципе, это Ваша логично, что так очередь. сделали. Что-то у меня кот с ума сходит. Аналитика будет. Конечно, сейчас допикаем. Ну смотри, нижнюю линию мы должны выигрывать с Урсой. У нас пик хороший, преимущество есть. Тинкер он взял. Вайда с Сайленсером это такое. Ну, наверное, план есть. Топ-линия тоже должна быть выиграна. Там Макака с Агуром, я не знаю, что надо добрать. Вот на лайн к Аксу, чтобы выиграть эту линию. Вообще, я бы сказал, что лайнинг стадия это Стыдно наша. покидать такую Значит, битву. игра, скорее всего, тоже наша. Очень легко выигрывать на минере, когда ты затаскиваешь линии. А, ну или эта игра вообще не состоится. Он рандомнул сейчас или выбрал? Я не понял. Видимо, выбрал. По-моему, это у тебя плохо получается находить контакт с людьми. Так, ну закуп у нас. Как можно больше хила. Будем прыгать на врагов. Регениться и снова прыгать. Регениться и снова прыгать. Войтбэк, ну, своим таймволком наш урон никак не может отбэктречить, потому что... Сайленс. Не знаю, почему взял Вайда в минера. Это вообще... Ну, ладно, это его выбор. Но вообще, это герой слабый против минера. Что на линии, что потом. Что ему жаль? Понятно. А что случилось? Выиграем сейчас, не переживай. Урса, пошли сюда, убивать. Ну, чел на тинкере, это просто ебаный хуесос. Ну ты ему главное это не говори, если нормально будет, может заиграет. Меня тоже примут, ничего страшного. Замуть его главное, чтобы сам не клетовал. С одним постоишь, долбоёб. Три
30 секунд до начала сражения. Чё, друг, сколько сидишь уже на этой хуйне без ранга? Сколько, блядь? Год? С кем ты разговариваешь? Тинкером. Так а зачем, если ты говоришь, что он плохой? Замуть его и все. Зачем ты сам себя раззадориваешь? Давай на победу сыграем. Это вам не снежками кидаться. Вайда хилы нормально так, на самом деле. У Сайленсера я не прокликивал, сейчас посмотрю. Ну, у меня ушла тоже с хилом, все хорошо. Должно быть нормально на линии. Поменьше сделать? Я не знаю, если честно. Это где вообще настраивается, чтобы в разном качестве шла трансляция? Потому что я тоже видел, что как бы нет возможности уменьшить. И не знаю, как это сделать. Ну, минер он, да, такой более, я бы сказал, разносторонний, что ли. Опа. Так, у него сентряк есть, но апса нет. Скорее всего, они уже поставили. Он вышел на крипов, значит, у них вот здесь апса нету. Он явно не видел, что они идут сюда. То есть у них либо апс вот здесь, либо его нет в принципе, и, скорее всего, его нет в принципе, я так думаю. Он сейчас так облажался с крипами, дал нам полную пачку. Потому что по ласхиту все-таки у них преимущество. Они вдвоем с войдом могут это делать. Сейчас я вот этого разомну для урсы. Ничего себе, где они их встретили. Привет, привет. Последняя танго. Еще две фласочки осталось. Линия сейчас спушится. Не, ну, вообще я стараюсь прыгать на двоих сразу. Тогда это окупает себя по тому, сколько урона я впитываю и сколько я наношу. То есть я сейчас при прыжке теряю условно пол хп, это 250. Им наношу 500, получается. Это очень большое преимущество. Так, у него 3 танга. Не хочу задевать ренджа. Но не уверен, можно ли сделать без этого. Нет, нельзя. Нам бы на сайленс расходить он там. Я его не запинаю. Одной точки не хватило. Фласку потерял просто так. Ну, ничего страшного. Урсе не хватает тапка. Сейчас он будет. Вообще ей не хватало Рубленного со старта. Ну, он, видимо, не ожидал, что можно прям агрессивно играть, поэтому не стал брать его. Я вначале ему не рассказал, как ему надо с минером играть. Это как бы мой косяк. Я как бы впитал урон от вышки, но это не страшно. Сайленсер меня убивать не должен. Не должен. У меня есть вторая фласочка. Сейчас мины расставлю. Вообще линия идет не очень хорошо. Мы не убиваем, но наверху у МК вроде бы. Дабл килл был. Я думаю, если он разгонится, то он там будет убивать Акса. Даже несмотря на то, что Акс фри фарма. Линию я сейчас пушить не буду. Другой вопрос, что ее сайленсер забанит. О, запулит. Развел на прыжок. Я сейчас, наверное, поставлю снетри вот сюда. Вот так. Пусть он даже еще не раз запулит, больше этого не повторится. Войд нас по уровню обгоняет. Это не страшно, я возьму третий. Четвертый, и он будет умирать независимо от того, насколько он меня обгоняет по уровню. Ой, случайно сагрил. Интересно, есть ли у них здесь опс, или почему он сагрился.
Скорее нет, чем да. Это слишком ситуативно. Хорошо получилось. Он не хочет зафармить вот этих случайно? Ой, руны. А я проспал. Часто забываю о рунах, на самом деле. Слишком. Не дайте разрушить так быть, вашу не должен. Центральную башню. It was not meant. Тинкер глубоко умер. Это наш косяк. Не был сейф ТП. Может, он орал в чат, но я его замутил. О чем на самом деле не жалею, потому что редко мучу тех, кого не стоит мучить. Ну вот, Урса не понимает то, что происходит на линии, а я не могу ему объяснить, потому что... А как это объяснить? Вот почему он играет без первого, например? Он видит, что мы уровнем... Ты можешь купить бар, там заблочить, типа... Я заблочил. Ты не видишь в центре? Ты не видишь в центре? У меня заблочено там. А в глаза и будет. Ну вот, вначале аналитика не зашла, линии мы проиграли. Иди сюда, если что. Все, что. У меня когда я даже светит. А там больше трех пачек, блядь, крипов, крипы убили, потому что. Потому что. Он шестой, я четвертый. Ну я пытался его убить, если бы я его убил, это бы того стоило. У него хп было мало. Слишком поздно среагировал на пула. Надо было гораздо раньше банить. Так, теперь все то же самое, но здесь проблема была скорее в том, что Void Free Fire. У нас не получалось его прохарасить, потому что не было замедления. Я вообще прошу всегда на линию с собой брать героев замедления, чтобы... Ну, Урса вот мог прохарасить его постоянно. Потом я бы довершал это дело прыжком. То есть это не доджится, потому что Silence. Из-за того, что он взял Урсу и ни клэпа, ни орбы не было у него, то получилось вот так. Ну да, это жестко. Я умру? От власта. Линия салат. Угнает мидер? Нет, четвертый. Это с оффлейна пришел. Не знаю, что здесь можно сказать. Хорошо, что пани кулдаун. Сейчас приду. Четвертого не хватает. Четвертый был бы, убили бы, наверное. Контроля не было. Если бы ты хотя бы арбу винома взял, мы бы его замедляли, как-то харасили. А ты же видишь, не мог его бить. А он фрифармил, что поделать. Там более, блядь, трех пачек, блядь, крипы съели вот тут. Так, ну и чего? Он все равно стоял, фул хп фармил, когда крипы даже здесь были у нас. Я мог фармить, я, но я не фармил. Да, я но мог, убивать но надо мне не было, дали. Понимаешь? Убивать. Да нахуй мне убивать, дай мне фармить. Я даже не фармил. Ладно, забей, это прошлая, бля, игра. Ты задрот, я лох. Ты шаришь, а не шар. Я хуйсос, пинэм. Урса хорош. Че, чел, ты ебанулся нахуй? У него цифры, вся хуйня, он шарит, я долбоёб лыс. Я хуйсос. Лайн соло проебан за меня, хуйсос. Бы я Вайда не убью, если он даже ловушку выберет. Только Сайнсера могу убить. Нельзя просто так сделать, он, наверное, шарит. Как... Если он не поставил туда бар, значит он знал, что там... Значит, я хуйсос. Я есть хуйсос. Я суицидился, чтобы отдать фраг Сайленсеру. Не войду хотя бы. Не знаю на самом деле, что делать с опытом. Ну, сейчас-то я его заберу, но проседаю слишком сильно. С пятым тоже непонятно, куда перетягиваться. О, два крипа. Это хорошо. Почти соло рин. На десятый.
killing spree. Ну, мне кажется, тут тильтанет раньше, чем... Не, ну это было неожидаемо, ебать. Ты тоже показал, что у него хоста и стоишь, ждешь, пока он тебе наебальник насрет просто, блядь, как ты каждую игру и делаешь, в принципе. Ты только что показал, что у него хоста и стоишь вот здесь, блядь. Что ты ждешь вот здесь, там нахуй ты стоишь, уйди в лес, блядь. Мне очень важно сейчас купить книжку. Так, теперь у меня есть шанс на камбэк. Go kill Lina! Go kill Lina! Оу, ю, блядь, сори, мэн. No kill Lina, блядь. Хорошо. Давай, ты кил, брат, не бьём, да, это жестко, 10-й. Да, обычный 10-й аркан. Показывает чел, бля, как там хоста, блин, он осторожный, блин, стоит, нахуй. Вот я сейчас, по идее, должен пойти заминировать лавку, но проблема в том, что тут, скорее всего, был вард сайленсера, потому что его уже пора ставить, и сейчас будет меня пробовать забрать, я так думаю. Но у меня особо выхода нет, потому что у меня нет денег на эту черную. Ой. Да. Помощь мидеру, блядь. Куда он бэктрекнется, сюда? Сам, сюда. Ну, хотя бы так. Если я успел поставить больше мин, я бы его убил, конечно. Но я этого сделать не успел. Чё, этого ебём, блядь? Без меня. Так, мне сейчас главное урвать 7-й. Вот с этой огромной пачки я его получу. Урса мне оставил одного, это хорошо, на самом деле. Сейчас ЯМК мне не даст получить 7-й. Я ему 2 месяца хоть сосал. Не дал. Не так, а можете, вы могли идти типа булы контестить, типа прям туда бежать и чё, и... чем проблема? Бля, сейчас поднимет, бля, по хелп, гайс. Ебаная тварь, блядь. Так, у него мом. Я не думаю, что ему нужна лавку. Я сейчас заминирую и, наверное, уйду отсюда. Либо тапок вынесу и уйду. Здесь действительно нечего делать сейчас. Можно аркан попробовать забрать. Только без тапка я пока до него дойду. Но они вроде бы месяца там, не до этого. Ну вот. Это примут. МК почему-то пиздит на 3 часа. А хуйсос-то я, он не знает. Хуйсос-то я. Вашу верхнюю башню атакуют. Акс не умрет, например. От мин. От 3 даже. Обратите внимание на вашу верхнюю башню. Бля, тоже байбэкнуть сейчас пойду, ёбаный рот. Оверфармить сюда амулет. Сейчас сайленсер умрет. Ну, хотя бы так. Вашу верхнюю башню атакуй! Закину минку пока под арканы. Случайно прожал кларики лишние. Ага, стоял на вижене. Ничего страшного, я закупился. Какие хорошенькие голубые глазки. Рошан погиб. Со. Ведь однажды я и сама забрала засолил. Сыр. Наверное, я возьму танка, чтобы не снимать этот вард миллион лет. Что это опасно. Да, здесь довольно вызывает. Вон мины, если что. На мину уходить. Вашу центральную башню атакуют. Фраг на войде. Отлично. Ко мне уже бежит Лин. А, нет, не ко мне. Она свернула. Отлично. Мне дали все необходимое для камбэка. Мне надо сейчас просто потеть.
отлично. Я в куполе могу рейдж нажимать? Нет. С огнем можно брать. Так сделаем, в таких случаях. Его тоже съем, бля, ему какая пизда падает. Да, сука, 4. Fuck, читерс. Парни, у нас тинкер, у нас нёр. 1000 лет будем играть игру. Руну ни одной не взяли, конечно, но... Сука! В принципе, не так страшно. А где помощь, блядь? Вот он, я бегу. Так, я задирал. Вот здесь где-то 7 надо поставить, на самом деле. 6 уже мало. Уже отстал немножко. Опа, он съел еще. По уровню и по времени, по таймингам. У нее, конечно, линии хватит, но может появиться еще что-то потолще. Ну а на Оксана, например, не хватит даже 7. 7 с запасом, в общем, на счет капель. Скажем так. Еще в Магаге вот он 25-й БФчик будет. Сооружение сил света, крепкие слова. И Штарн притянулся вниз. Наверху тяжело очень минировать защитно. Нижняя башня. Я сейчас поставлю, чтобы видеть, где они. Минку. Вашу верхнюю башню атакуют. Ой-ой-ой. Это два нам бы лучше отдать, надеюсь, никер там не умрет. Вот так можно сделать. Да, что ты подъехали, блядь. Килов за игру в среднем от ситуации зависит, наверное. На мины забежишь, они умрут. Опа, F1000. В среднем, я не знаю, это же мне разные продолжительности сил постоянно. Ну вообще, где-то 10 должно быть обычно в хорошей игре. Если нет, игра плохая. Ну именно реально у меня по игре все плохо получается. Ни денег, ничего. Не дорегенился, ошибка. Вашу верхнюю башню атакуют. Хочу на Вайда сейчас поставить. Ваша верхняя башня разрушена. Вот что вы должны были делать. Так, здесь вот так. Вот так. И продолжаем минировать лес. Войд внизу. Здесь надо еще вот так треугольником. Будет помощь на эту, ебать, зелень ебаную, или вот на красного будет? Блять. Ой-ой-ой. А с контроля лохов ебаную, блядь. Так, там сайлинсер чего бродит? На Макс. Вот лагерем? Конечно. Ты че, сука, иди сюда нахуй. О, а я второй не прожал ЕЛС. Плохо, что они дерутся. Кто не знал, но ЕЛС ебаный. Я второй не нажал. Он не кончился. Оу, Тинкер. Грейт плеер. Не усвоит. Отлично. Сука, грязючая хуйня, блядь.
А чё, вот попсов дохуя куда ставить, они ничего не девардят, блядь. Сейчас все в одном месте выставлю нахуй, пусть стоят, блин. Пройдет не через этот блинкаут сделал, наверное. Жалко. Здесь надо пару мин поставить. На случай, если через верх не зайдут, чтобы умирали. Так так-то у нас типа все неплохо на самом деле в этой игре. Еще конечно. Не, просто играйте, не дельтуйте. Ты на таких слова выйдет. О каком тильте может идти речь? Don't give up and don't flame. Understand? Есть помощь, суки, блять, мид нахуй. Или я сейчас буду give up и flame, блять. Hey, Tinker. Hey, Tinker, Tinker. Ты хочешь, я на него прыгнул, мы же его не убьем. Я помогу. Здорово, бля. Эй, монголоид, факин монголоид, блядь. Монголоид. Брат, я не мог. Ты палкой промазал, почему ты что-то идешь куда-то после этого? Я не очень понимаю твои движения. Ты промазал палкой, ты продолжаешь идти. Что это такое? Если он умрет еще раз вот на этом месте, то будет удар. Нет, не умер. Башек прокнул. Ух ты ж, блядь. Что, парень? У вас войд выебал, парень? Я смогу, как я больше не буду координироваться. Не работает. Мужики, но... Ну, может вот здесь ТП сейчас купить, у него ТП нету. Скорее всего умрет, я так думаю. Вашу центральную башню... Нет, не пошел. Сразу сюда, блин, сделал. Таймвок. Да. Ну не зря же он бэбэкался. Какой-то смысл был в этом потаённый. Верхняя башня противника разлетелась на мелкие кусочки. БКБ войд. Дайте мне башерку. Опа. Бам! Оп, тут Лина. Guys, need help, need пуг, наебаная тварь. Чисто Войд дарит игру. С арканом пойти купить, пока ебало нахуй как мина не станет, буду на нем играть, блин. Рошан апа, если что, слышишь? А Войда нет, забирай. Забирай Рошана, педик. Педик, блять, грибы, чё я прям прикрепа. Я, блин, Крис, ты прям отвлекай сейчас, да? И все. Я тебе сейчас там ловушку поставлю. Знаю. Да, я знаю. А мне всегда приятно, когда вот так горят. Я на самом деле не знаю, какой смысл это писать. Неужели люди думают, что это расстраивает, когда такое пишут? Это же наоборот, как, ну реально как комплимент, как еще это можно воспринять? Да,
Данлин он нахуй. Вардани вот здесь овер? На их ХГ. Это да. Я не против подождать, но уж совсем не терпится. По-моему, они не очень хотят давать ему Рошана. Бомба. Как думаешь, он тебя видел? Они шарят. Да. Так, а что ты его не убиваешь? Страшно. Там он попался этот. Я не успел взрывать. А из-за сам, там же война не будет. Да конечно, я же чисто. Все, у тебя ловушка, если они типа зайдут, они умрут. Ну, от тебя я надеюсь, нет меня. Лина бежит тоже сюда. На Лину тоже ловушка стоит. Продуктивно заехал. Все, все. Сыр, сука, нет, сыр! БКБ у чувака есть. А чё первый удар баш, чё так надо, блядь? А не первый удар баш был, честно. Нас МК спидит там. И у него 4 гана ебали. Тут топс. Меня почти огоним. Лина, гоним. Ты часто в ЛП сидишь? Вообще не сижу. Вот ты меня после такого в ЛП отправишь? Давай честно. Просто интересно, типа вот я сейчас пойду куплю себе Аркану на те часы. Пойду пока ебала и станет играть на том. Мне каждую игру репорты будут кидать, да? Ну тогда, наверное, да. Просто я тащил сначала. Сразу стал гением Дичеса, да? А я просто его пикать начал, когда его только реворкнули, поэтому я сразу, можно сказать, стал гением. А, куча сентри в этой штуке. Да, демку тоже пересмотрюсь. А я этот, на ютубе есть, если что, заходи. Соник и Башер лучше на Тичесе, блин. Как скажешь, братан. Ну это хорошее место, здесь можно. Там прям гайд есть? Вот если я сейчас гайд на минера. Там прям... Гайд на минера скоро выпустится. Мне за него, кстати, отвалить обещали. 15 косарей. На Dota Heaven заходи, там будет. Какой нахуй Dota Heaven? Мне надо на YouTube. Ну там видео гайд будет. YouTube мне деньги не платит. Ща у него огни будет, и удачи врагами бой выиграть. Если вот так умирать, то да, вот как бы, и не дефу. Я живой, парни. Е... А, нет, хорош, хорош. Я мертвый. Плох. А мне я спейс макаки дает, видели его же? Типа, враги, наверное, не видели. Ай, ебать там, ебанутая шмотка. Да мне кажется, нас просто типа всех накроют купол, когда заглохнул, все сдохни, игра закончится, хуй знает там. Ебать у него на линии, блядь, шмотка, да ебатая. Да-да, топ. Т2 отдаем, за него вряд ли мы сможем драться. Ну, хотя, с жучками, ладно. Но если прям заходит, заходит, то отдаем. Сейчас, если я заминировать успею, тогда отдаю. Я так могу встать, нахуй.
Че там, гем есть у кого-нибудь? Нет, чекали? Вакс, по-моему, нет? Они вот тут ломали. Или там в центре был огр? Я хуй знаю. Бля, живи, родной, ёбаный рот. Ой, блядь. Что это такое, ну? Бьешь, убьешь, но усердно. Не надо, не надо. Пусть на мины взорвутся, а потом добьешь остальные. Вот БКБ нажал. Акс не нажал. Подберете? Успеешь? Он уже взял. Войд бежит, уходи, уходи. Уходи. Мне кажется, Никита ошибется, и на этом мы проиграем. Такое у меня видение завершения этого процесса. Ну и макака, конечно. А, нет, они там дефовы, что ли, сало дали? Пока от него импакта было мало. От этого парня. Найс, зарегинился. Парни, может не будете внизу драться? У них хрон, зачем вообще драться-то? Да, давайте вот отойдем. Они все внизу, надо минировать наверху. Я все равно не помогу. Лол. Мины, 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 брат! Пожалуйста, взорви! Раньше нельзя было. Я думал, то ничего подойдет. На самом деле не видел. Просто я ему так скажу, то они теряют в меня веру. Понятно. Он даже не понял, что он не попал по нему палкой. Это эпик. Не убил-то хотя бы. Ну дальность взял и ладно. Хотя я вижу, не взял. Так, здесь для всех хватит. Теперь вот тут поставлю. Лину, да, но Лину тяжело, у нее ЮУ. Шапу его Лин. Только ее можно только на минах, которые лежат в чистом поле. А у кого гем, не подскажете, у Акса? Или мы взяли? Yes. Yes. Он же умер, как гем-то у них оказался? Второй раз. Вот тут. Акс с Лотаром. Не попал станом. Отойдите, отойдите, нет там мин. Нет мин. Не идите без мин, пожалуйста. Купи БКБ себе от сайленсера.
Если мин нет, не надо драться. Вот и все. Не дайте разрушить вашу центральную башню. А я инди склина. Лишний кларите. Бывает такое у меня. Центральную башню атакуют. Опа. Отгоняй, пугну, не бойся, она же из вейда. Так, здесь их не было пока. Мне драться не с кем, бля, я просто чё купил арбуз, мне все фармы. Мы играем, я и Огр. Все, до сами фармы. Что нам делать, прям? Превосходно. Меня расставляет мины, чем на игре фармит. Ну, когда я убиваю на мине, например, вайда, вам надо собираться и идти. Если вы это не делаете, ну я не могу ничем помочь. Я не буду с вами идти, очевидно. Пять хватит на всех. Теперь будут надо ставить. Ура, мой первый фраг. Лол, купол проебал. Купол. Его там хрона нету, ладно. Вон же мины, вон. Не знаю. А у Лины остался диск, нет? Все, тут тоже хватает. Альтап. Акс каминг топ на. Парни, можно смакануться, у нас хекс обессал, блять, контроль, блять. Не Русана хуя. Ловите сейчас на минах. На минах, на минах. Вот, смотрите, вот пачка мин, вот пачка мин. Две пачки прямо по бокам того, как они будут идти. Сука. Ну почему их тут тысячи? Деритесь на минах, уйдите, уйдите. Не умирайте там, да ё-моё, как вас убедить-то, я не знаю. Вы слабее без меня. Сальный сера не будет. Глобал, в смысле. А че хрона поставит? Глобал будет. Вон там мины, вон там мины. Если кто-то может туда забайтить, вот сюда.
Ясно, я короче тут буду стоять, смотри. Сейчас прыгну, ебать. Давай. Смотри, стою. Смотрю, смотрю, братан, давай. Мне кажется, не работает. What the fuck, нахуй? У него еще арба. Сейчас еще будет. Ну, им этот фраг вообще ничего не дает. Я не знаю. Он просто слил арбу. Так что все хорошо. Ну, у него 5 секунд БКБ, короче. И нет... О. Опа, сука. Нормально зашел. Лимит прожал. Ноль ошибок. Сейчас Войт может умрет. Какая же была ужасная игра на старте. Просто ужасная. Просто худшая. О, Войт. За руной пошел. Но он должен вернуться. А, он сюда дал. Блин. Отойдите, вот сюда забайтишь, вот сюда, вот сюда. А, там ебаная линька, блядь. Да пофиг на линьку, забайте сюда. Бля, я ебать весело от этой игры, нахуй. Почему все не проебали, блядь? Так. Я не даст сделаю, короче, мне не фарма. То есть полить где они могут. Так что... Поставить свои вард. О, куда они могут пойти? А чё ты золото минуты не взял, ты играешь? Ну, потому тоже мне игрок игре... с миньором. Очень. Она игре просто охуенная, да, типа дальность скорости. Можно они будут покупать, не печально точно. А их просто не хватает часто. Поставлю. Сейчас БКБ будет на улице, разъебем. Должно быть 18 000, у меня сейчас 14. Я голый. Нихуя там у этой шмотки. Блять, у него на линии дэмэджа нахуй 160, он вообще не бьет цирки, он только кастует, блять, свои лагуны, блять. Встал. Бах! Лоу. Там демон или что? А меня ты сейвишь? Хекс там? Я же стрик отдал. Гем Накси. Бывает, я не знаю, я думал, я убью пугну. Поэтому прыгнул. Надо было, наверное, не ульту кидать, а так бы я скорее ее убил. Акс, вы не видел, здесь бегает. Они все внизу. О, у меня ТП нету, еба. Тинкер, вот здесь Войт стоит, вот тут Войт стоит, слышишь? Тут об сервер, возможно, слышишь, тут об сервер может быть страшно. Да не надо дефть вообще, это блин. Похоже, силы тьмы укрепили свои сооружения. Так, наверное, мне надо забрать, знаете что? Не хекс, а... А я им под линии толкаю, игнайтом банан. Этериал. Вот так. Если смея менса, вижу. Что-то он засал. У него этот, если... Как его? Айон? Да, кстати, он же не залез с Айоном. Почти. Блять, чел просто плохо стало, блядь.
А тинкер контрит, блять. Он гений ебаный. Ой. А чё, мрикаут не может? Б. Бэка нету. Возьми, 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 возьми. Ой, а я давно я так стою, мне интересно. Это интересно. Так, куда это подал? Что здесь происходит? Проверяем. А, топ кто-нибудь отдефает? Мне ТП КД. Топ отдефайте, пожалуйста. Там частина будет. Побьет немножко. Если я там куда пойду, на меня выйдет. Тут с иглы. Оп, принял. Парень, медас есть, блин. There they go. Приплыл. Теперь тебе тепло. Медас есть, не ебёт, блин. Сейчас фар, блин. Не, сейчас на самом деле, ну, типа, на самом деле, если я нафармлю шмотки. Блин, плохо, семейные кончились. Я слишком долго это не минировал. Мне сейчас бэкаться надо, по идее. Бать, ты чё, брат? Бам, 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 бам. Старайтесь аккуратно играть, пожалуйста. Если вы сейчас умрете, то все. И мне мин нет. Я сейчас как бы верю вам и не байбекаюсь. Играйте аккуратнее. Вот тут только минус. Парни, он верит в меня. Вот тут Инах стоит. Парни, вы слышали, он верит в меня? И вас в меня. Батя, говорю, я большой, как ты смотри. Схавай все, сожри ее нахуй. Что это? Бля, да. Сожрал. Не дали, а, ты что-то, блядь. Все нормально, да похуй, я не хую. Ой, блядь, как же калит. Смотри, нахуй. Вашу нижнюю башню атакуют. Принимаю на себя войну. Смотрите. Противника разлетелась на мелкие кусочки. Вайда нету. Вайда нету. Ой, блядь, сука, убит. Слышишь, это смотри, это типа, знаешь, типа в армии, когда там ты типа не ебался, ты что это, и вот ты типа тёлку вызвал, смотри, 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 смотри. Сука, дай тебе крипа, блядь. Да, мне кажется, он не понял, какие мины там надо диффузить, пошел такую красную ломать. Ой-ой-ой, man, man, be careful, I am coming to you, блядь. I'm GG. Ха-ха-ха. Не сложно понять ротации ваши. Если честно. Ебут. Понял. Бля, я не знаю, ну... Браты. Сука. Как Урса? А, Урса умер. Вот слишком жесткий лайте. Пик именно. Герой. Не знаю. Это описать. Не дайте разрушить вашу центральную башню. Силы света и силы Рошана. Вашу центральную башню атакуют.
Ну, сложно поспорить с его аргументом, конечно. Парни, я в спинку им лечу, парни. Вау. Парни, в соло ебу. 4 героя в соло ебу. Тоже ебу. Засаю. Меня ничто не остановит. Враги атакуют ваши центральные. Да, МК очень слабо. К сожалению. Так, ну мне криты нужны. Вместо гема. Мом, нажал это, конечно, я зря. Руны? МК. Что-то у парня с приоритетами. Он не русский, блядь. Вот мне кажется, МК часто в ЛП играет. Как вы думаете? No, I have game. Стоять от мин играть. Хоть раз не лезьте вперед. И дайте им на мины залезть. Ни хрена она закинула бласт. Откуда? Тут пугна. Я не знаю, что делать, там 1000 миллионов сейвов. Наши нижние казармы разрушены. Ты ебать, ты конченый, блядь. Ты что, вообще даун, блядь? Охуеть, какой ты тупой долбоёб. Просто параша ебаная на килькере, блядь, охуеть. Нес свои тревела секундные, блядь, долбоёб ебаный. Ран, наконец-то анекс пойду. Yes. Смотри, их двое, блядь, я МК задеху. Не ТПС-то, долбоёб!
Бегом все акс. Трэш. А проверяю, убил, блядь. Убил, брат. Проверь. Ну, сука, блядь, мимо. Да иди. Ну там щит не ходил, ну ты видел. Да. Он все правильно сделал. Мультикаст! Агра. Агра. Да ты на теньке ТП нажимаешь вот здесь на вижене, ебанутая тварь, блядь. О чем ты нахуй можешь говорить, блядь? Ты не можешь. У тебя есть блинк, ты, блядь, без блинка ТП жмешь, ты ебнутый, чел. У Лины, конечно, такой жесткий рейндж, она взяла талант на рейндж, я понимаю. И линза. Нормально. Ну где это, сука, блядь? Вашу центральную башню атакуют. Мне нужен. Я не знаю, криты или собирать муншарт. Наверное, криты. Сломайте хотя бы Т1 в миде, блядь. Сейчас вы умрете. Так, здесь надо через табличку уже сыграть. Будет. А где они? Это как? Почему нам дали Рошан? Надо попиздиться с Эгисом. О, смотри, 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 мы все сейчас достанем. Го, го, мид, блядь. Мне нужна травла. Нам нужна помощь в миде какая-то. Тетиса пушит все сам, ему похуй, Тетису. Да, можете сместить. Ты нажмешь ТП на тинке? Противника так и не поняла, что с ней случилось. Тинтер, я дефу, иди к ним. Видимо, силы света укрепили свои сооружения. Правильно, что мы сейчас идем, потому что сейчас сдохнем без. Почему сдохнем, блядь? Да какая разница уже вообще, блядь? Эту центральную башню противника мы больше не увидим. Бьюзы, блядь, свою помойку. Юзуйте. Если пугна без ВВК будет, то юзуйте. Можете его дираться. Бля, успей кнопки нажать на упсе. Слава господи, нахуй. Все, уходите. Понял. Вижу, нет. Уходите, все, уходите, уходите. Хайбэк дал. Гетбэк. Понял, геройная умка. Две минуты. ББК не было? Жаль.
Ой, парня, я застрял немного. Ничего, подожди. Ебать, у тебя шмотки менные, блядь. Сейчас тебе баф еще дам, ты будешь просто пиздошить, блядь. Мог уже бежать на аккаунт давно. Так нет, если типа на третьей выберешь позицию, и чтобы тебя кубом не забил, ты же всех убьешь просто, суки, блядь. Играем вот их ошибок, но когда надо убить. Вот гем. Поймай без зомбака, парни. Короче, если собьете линку в бой, да я попробую его убить, но у меня просто НКБ нет. То я его... Дай баф. Че, гем выбить? Нормально. Бля, хорош. Войд только оттуда бежит, вот там сейчас находится. МК. Палка убил катапульта. Ну, что такое? Может, рапиру собрать? Да ну вот даже имба будет. Если два места, это шу я. Не представляю, что им делать, да, всем. Ну Лифайр, у него ранжа маленькая. Мне надо близко подойти, я поэтому не хочу на Лифайр собирать. Там ДД лежит, они хотят ДД взять и пойти. Войд рефрешер. Короче, я буду просто в ВД стрелять. Вашу верхнюю башню атакуют! Даша, а ты МКБ? Нет, МКБ. У тебя МКБ? Я его за... Значит, надо МКБ собирать. МКБ? Я, короче, могу, ну, типа, сбить Игнайтом, просто смотри. Ну типа, когда собьем, он спрыгнет. Просто его за вальс, за сейвит, или... Я попробую выбрать позицию, бить пойду. До хрона, даже если после хрона. Только БКБ нажми, когда будешь бить его, потому что там Лина всех даст. Ребят, тут давно ФК стоит? По-моему, очень. Да, там нет МКБ, блядь. Бабочка была бы на. Там этот Бакторн. Там будет на боте, мы подеремся, я могу прыгнуть. Давай, давай, прыгай. Вот здесь, это иллюзия была. Double kill. На проект бальда. Бакин забайкили нас. Клина умрет. Чисто бэктрак. Хорош, хорош. А, понятно. У нас все, да?
Ну ладно, ГГ. А Муншарда? Да видишь, МКБ не хватило. Был бы МКБ, мы сейчас можем бы даже выиграли бы замес. МК слабый, не было кора. Поэтому поражение. Репорт зря не хочу кидать, но вроде бы здесь он никому не понравился, значит, наверное, сработает.